И всем привет, мои маленькие любители трейда, с вами как всегда Кунька Пресос, как всегда на моем канале. И сегодня у нас 20 трейдов, давайте-ка на них посмотрим. Сразу говорю, если кому-то что-то покажет, что с моим голосом что-то не так, я просто не спавший сутки, и у меня была гастроскопия, или как она там правильно, ФГДС. Ну, короче говоря, меня отымели в рот большим и черным шлангом, вот. Шланг или что это? Ну, давайте шлангом, короче, ладно. Что у нас тут? Первый трейд. Сам скин недорогой, но наклейка 400 рублей. Надеюсь, это сыграет роль. Чтобы это сыграло роль, 400 рублей. Даже если мы возьмем 10%, выходит 37 рублей. Это получается в минус мне 90 рублей. Но если мы считаем за наклеечки, то я буду считать за флотен за наклеечки. Тоже берем 10%. Итого получается, короче, мне это очень большой минус. Естественно, я такой принимать не буду. Мне так нравится, знаете, люди кидают, типа, ну вот у меня наклейка, вот у меня флот. А то, что у тебя наклейки, а то, что у тебя флот. Ну, как бы никого вообще не колышет, никого вообще не волнует. Ладно, дальше тут, ну, тут кидает трейд украинец. Ничего против не имею Украины, просто реально кидает трейд хохол, короче. Я ему кидаю в ВК ответочку, мне говорит, типа, я тебе ВК кинул трейд. Посмотри, я такой, блин, братан, ну а как ты смотришь на то, что ты мне минус 10% кидаешь? Ой, блин, ну я, короче, тебе там нормально кидал. Короче, не знаю, может, реально расширение у него затупило. Потому что у меня обновление цен стоит, ну, там, каждую минуту, что ли, у меня обновляют цены. Короче, очень часто и постоянно обновляются у меня цены на скины. Вот, поэтому расширение, которым я пользуюсь, у него, может, что-то слетело. Может, не криво скомментировал, я не знаю, короче. Ладно, что у нас тут дальше? Дальше тут у нас 1000 соли. 1000 соли это у нас 22 рубля. Давайте посмотрим, почем эти фоны. Так, посмотреть торговые площадки. Не туда я тыкну пальцем. Так, 0.23 цента. Ну да, в принципе, не критично. Так, и что у нас тут? Вот это еще, да? Посмотреть торговые площадки. 0.23 цента, тоже, ну, нормально вообще. Вообще изи, забирай мою соль. Да, народ, у меня все фоны почти, кроме которых нельзя продать на торговой площадке, можно обменять за соль. Если нужное количество даете, забирайте. Ну, дальше, народ, я надеюсь, с этого дробовика пристрелили его мать, его отца, нахуй, а он в детдоме сейчас сидит и пытается на детской травме заработать хоть чуть-чуть денег, чтобы купить себе покушать. Ладно, тут у нас что? Здесь у нас, ради правды, 0.18 флот, это может немного ролять, примерно, ну, в 225 рублей это не зароляет, 0.15 может заролять, но не 0.18. Хотя, блин, а у нас там 0.15, 0.17. А, ну да, ну да. Вот было бы у него 0.17, по-моему, тогда бы он смог там что-то еще попробовать с вами торговаться. Так, нет, до свидания. А дальше здесь также минус 6%. Понятно, ВВшка после полевых. Но опять же, народ, понимаете, это трейдеры. Любой трейдер будет себе кидать трейд, ну, в плюс примерно 6%. Поэтому они в плюс 6% просят, понимаете, это просто трейдеры. А вот это клоун, конченый клоун, которого надо, естественно, закопать. А дальше что-то у нас. Привет, посмотри, Дигл, могу ли я попросить переплату за наклейку? Удачных выходных. Привет, спасибо. Спасибо большое, тебе точно тоже удачных выходных. Да, можешь попросить за наклейку, сколько именно, это пиши вишни. Ссылочка в описании на все группы. В группе он указан как раз как оценщик наклеек. Так что советую ему писать по поводу наклеек, он разбирается лучше меня. А да, и обратное видео не попало, так что да, то было написано лон братан в рай. Попал ты в видеоролик, отстань, нет, да. Дальше здесь, вы не поверите, но здесь около равноценного обмена. Да, народ, здесь получается за 0.15 флот идет примерно такая переплата. Я пересчитывал по бафу. У меня дефолтные скины, ну, в том смысле, что нет переплат за флот. У него есть переплат за флот, так что он мне даже кидал в плюс там, ну, 13 юаней, ну, это, короче, равно. Вот, но я такое принимать не буду, просто, народ, сами понимаете, что проще затрейдить. Такие перчи и, ну, извините меня, такую вот... Этот, изималета. Такую эмочку, да, где нет редких флотов, и люди, некоторые считают, особенно плееры по стиму, либо 0.15, за который есть переплата, но еще найди человека, который будет это переплачивать. Дальше, ну, опять же, стандартные 7% не в минус, в принципе, ничего нового, ничего интересного. Дальше, здесь, по-моему, эта девочка тоже ничего не стоит, к сожалению. Я их, к тому же, накрафтил. Я люблю, если честно, всякие вот такие фоны крафтить и так далее, значки, когда я, знаете, трачу больше, ну, по бабкам, да, типа, как это правильно вам объяснить там. Короче, смотрите, вот я могу условно сделать значок за там 3000 соли, а я могу потратить 4,5, чтобы покрасить такие вот всякие фоны, значки всякие анимешные, ну просто мне это по кайфу. Дальше здесь у меня получается 4% мне в профит, спасибо, неинтересно. Дальше следующий клоун, который просит, и получается у нас 30% от наклейки. Ты серьезно? 30% от наклейки, да, это eBay Power, да, это голографическое. Даже на скопе, возможно, я не смотрел, если честно, но возможно даже на скопе. Но не 30%, не стоит мусор 30 рублей, ой, 30% на мусоре. 30% может стоить, допустим, пул
там, не знаю, не фул, а Катавису 2014 на самом последнем скине каком-нибудь, на самом последнем тайном. Да, вот, допустим, на кошмарах, если наклеить на топ дигнитосов, вот там может стоить 30%. А это нет, это мусор. Дальше, этого челика добавил черный список, также накатал жалобу. Это топ-2, это действительно топ-2 по бафу, не по миру, по бафу. У бафа свой топ. А если мы возьмем сайт, как-то он там называется, тоже с флотами, там может быть совсем другой, на самом деле, флот. Это, как я говорил, то, что у меня, допустим, там топ-7 Боуи был, оказался он топ-14. Вот, по миру. Потому что он считает по бафу. На бафе он выставил свою UMP за 1200 юаней. Мой ножик стоит 2700 юаней. То есть он согласен на баф продать за 1200 юаней. Но вот если ты хочешь как бы с ним затрейдиться, ну тогда должен еще в два раза переплатить. Стандартная сумма, стандартная цена этой UMP-шки в районе 300 юаней. 300 юаней. Чел просит уже X4 себе в плюс. И сверх ко всему он плюс, еще с плюсом просит еще от этого плюса X4. Плюс еще себе X2. Итого X9 где-то он, ну да, где-то X9 я считал, он себе просит плюс. Это, ну это великолепно, это отличное решение, я считаю, для того, чтобы отлететь в черный список. Если что-то не устраивает, кинь контр-офер. Кто будет кидать? Вот народ, серьезно, кому-то нужна вот эта UMP-шка? Я понимаю, когда топ ценится на обычной такой UMP-шке, UMP-45 градиент, да? А, потому что из обычной UMP-шки ты можешь в теории скрафтить дальше, да? То есть более дорогой скин. И этот более дорогой скин с таким флотом может очень хороших денег стоить. Но вот это вот на сувенирке, с ней ничего нельзя сделать. На ней с ней можно только играть. И, кстати, процент фейда здесь выше, 81%. И я лучше возьму за 400 юаней 100% градиент. Пускай у меня там не будет топ-2 по флоту, но будет 100% градиент, а не 81%. Для тех, кто играл с градиентами, либо работал когда-то за градиентами, знают, о чем я говорю, что 81% и 100% колоссальное различие. Естественно, 100% дергает. Здесь я не понял, что чел написал, поэтому такое просто отклоняется. Дальше человек мне закинул в минус 30%, потому что здесь еще идет переплата за наклеечку, она наклеена на скопе, знаете. Я думаю, ну что же за клоун такой мне кинул трейд? А у этого клоуна есть бабочка. Чтобы вы понимали, у этого чела есть бабочка. И бабочка это, ну, честно вам скажу, это не дешевое удовольствие, тем более 0.19. Это довольно-таки дорогое удовольствие. Плюс ко всему, имеется катавиз 2014. И он все равно на полном серьезе кидает мне в 20% минус. Кто-то скажет, Кунька, 20% минус это всего лишь 30 рублей. Народ, по барабану сколько выходит в рублях. Главное сам процент. Может выходить, извините меня, 15% здесь, это всего лишь 23 рубля, да? Но 15%, допустим, при обмене на 100 тысяч, это уже будет, допустим, там, ну, что-то, допустим, это будет 15 тысяч рублей. Если для вас, ну, какая разница, какой процент, главное, какая сумма. Ну, давайте тогда я вам буду кидать в плюс по 20, по 23 рубля и все. Да, допустим, будем делать буду делать размен 1 к 100 вам. 100 предметов моих напротив вашего одного. И буду давать вам в плюс 23 рубля, если вы считаете, что это, типа, не деньги и так далее. А вам будет плюс целый даже 1% там или 0.1%. Всегда надо смотреть именно на проценты, а не на сумму. Дальше, здесь человек также добавлен в черный список, также накатана жалоба за попытку обмана, потому что это попытка обмана. Ну, понятно, нож на нож. А то, что я за свой ножик могу таких 3 взять, ну, условно говоря, понятно. Почти 3 могу себе взять. Ну, Кунька, ну и что такого? Ну, может, ты себе таких 3 ножа взять за этот нож? А ты возьми один и радуйся. И нет, на мраморном градиенте стильте не существует такой лед, за который он мог бы просить переплату. Наш вчерашний челик все пытается со мной обменяться. Уже даже расписался мне, что я отличный трейдер на стене. Спасибо большое, я это все равно не приму. Следующий клоун также был добавлен в черный список. Также была накатана жалоба. И это, наверное, один из немногих случаев, когда я реально хочу, чтобы человек словил КТ, либо словил вообще, чтобы его скамнули. Потому что этот человек на самом деле занимается катавицей. Ну вот, они у него есть, они у него не тертые. Сейчас, извиняюсь, расширение ничего не прогрузилось. Они у него не тертые. И вот как бы человек знает, что такое катавица, он с ней работает. И он пытается мою катавицу холла 2014, наклеенную на второй позиции, пытается забрать за деф. И при этом дает мне всего лишь плюс 40 рублей. Вот 40 рублей переплат за катавицу 2014 холла. Мне кажется, даже такой переплаты, когда она еще только вышла, было гораздо больше переплатов, чем 40 рублей. Ладно, что у нас тут дальше тут у нас? Ну, опять же, здесь 4% всего лишь плюс. Опять же, на торговую площадку, как там любят буститься СТ вещи. Ну, именно статтрек, да? Я ничего плохого не хочу про него говорить, потому что, ну, хер бы с ним. Вот это я реально говорю. Я желаю, чтобы его мать просто машина сбила, потом сдавала назад, чтобы узнать, как она, и просто вот так вот туда-сюда прокатилась несколько раз на его глазах, блин. Потому что, ну, такую катавицу пытаться забрать за деф, ну, не то, что за деф, а переплатить 40 рублей за нее. Да иди ты в жопу, серьезно. Ладно, что у нас тут в инвентаре? В инвентаре произошли, конечно же, изменения. То, что здесь такая сумма, не пугайтесь. Я продал свою гидропонику. Вот, она сейчас, ну, уже все конвертировано в денежку. Продал ее не в реал, так что скины снова пополнится. Просто выбираю, что бы себе взять. И самое неожиданное и одновременно приятное, я забрал себе нож волны. Трейд отправлял я сам человеку, то есть...
Нашел левого чела в обсуждениях. Попросил стандартные свои, ну там 5%. Вышло, я ему отдал 0.15 калаш. АВП Ули, который мне уже давно был не нужен. И нож с лезвием крюком, автотроников немного поношенный. Ну вот, и типа там выходил, ну около 5% плюс, плюс-минус там 5-6% плюса. Ну вот, и он принял этот трейд. Для меня это было на самом деле удивительно, потому что в обсуждениях я очень-очень-очень много кидал раньше трейда. Ну вот, и это первый трейд за долгое время, который залетел. Обычно мне просто кидают трейды, я там уже выбираю, что приму, что не приму. А тут сам ходил, искал, и типа человек принял. Реально, на самом деле, было очень приятно. И вот этот трейд, получается, мне залетел. Это трейд у меня с каким-то челом произошел. Да, здесь, понятно, 2 БС-очки, но 2 БС-очки это не, ну, ничего такого, потому что, опять же, здесь есть 0.20 Неонуар, 0.21 Легион Анубис. Понятно, что копейки, но все-таки есть за это переплата. А я сделал размен, получается. Разменял я свою императрицу, типа 0.22 флот у нее был, и небольшой стикерит на ней был. Так что трейд здесь около 8% мне где-то залетел в плюс, это неплохо, это даже отлично. Да, размен 1 к 5, но я считал, как 1 к 3, вот это чистый мой плюс, его можно как будет слить и, допустим, открыть тот же кейсик. На это, то, что вы видите, это, получается, мне залетел подгон от моего подписчика Космоса. Вот, Космос, Стас, ты просто Космос. Он, короче, залетел, говорит, Кунь, давай пооткрываем капсулу. Пооткрывали, выбили одну голду. Народ, если что, я понимаю, что, да, типа, я вам рассказываю, вот там поспонсировали, вот проспонсировали, выбил голду. А где голда, Кунь, где она у тебя вся? Народ, очень просто, чтобы не захламлять свой инвентарь, но у меня все, ну, раз, как это правильно, рассортировано. Вот, полоски с волосней, это от синего до фиолетового, от синей до фиолетовой наклейки. Дальше потом БУ прокладки, это у меня стикер, который не используется на витрину. Дальше получается у нас полоски для депиляции, это то же самое, от синей до фиолетовой наклейки. Поношенные трусики, это как раз уже от розового до красного, красных наклеек, вот, 114, либо, допустим, какие-то дорогие наклейки, там, которые стоят по 300, по 500 рублей, вот, они закидываются вот сюда, в хранилище отдельно. Полоски для депиляции то же самое, их ламо моды, я просто всякий шир туда скидываю. Ну вот, народ, так что, если я говорю, что мне кто-то проспонсировал, я выбил голду, это просто значит, что она уже, скорее всего, вот сюда отлетела, в поношенные трусики. Да, голда была недорогая, всего там 200 рублей в реал, но до этого, когда спонсировал, выбивал за 200, ой, за 1000 рублей в реал, это было, конечно, покруче. Ну вот, ну и в инвентаре, короче, вот такие изменения. Появился охотничий ножик, честно, уже давно не видел охотничьего себя в инвентаре, ну вот, ну и сейчас думаю над тем, что я буду брать дальше. Ладненько, это уже потом я решу. На этом у меня сегодня все. Спасибо вам огромное за ваши просмотры, лайки, комментарии. Народ, они очень мотивируют делать видосы дальше, даже несмотря на боль и страдания, которые приносят мне всякие исследования моего тела. Вот, напоминаю, что все ссылочки, которые вас могут заинтересовать, будут в описании. Ну а с вами был, как всегда, Кунька. Желаю всем помощи, подружек, адекватных тиммейтов и дорогого шмота. Всем удачи, народ!